Всем привет! Это видео про мницу моей собачки-робота. И простите за мой гнусавый голос, просто я приболела. Даже не обращать внимания на шмыганье, вообще на мой этот гнусавый голос. И также не подумайте, что я, скажем так, мягко говоря, странная, что для робота-собаки я муницию покупаю. Сорян, в общем... Не подумайте про меня что-то плохое, что такая какая-то странная, нет. Просто я видела, что действительно для роботов могут покупать амуницию, как бы... Ребят, не подумайте, что странно, надеюсь, что вы не будете так думать, просто вот так как-то я не знаю. Просто, пожалуйста, я очень прошу вас, не думайте, что я какая-то странная. У нее не шибко дорогая амуниция, потому что для робота-собаки, я думаю, дорогого не надо, это же не настоящая собака, чтобы покупать что-то дорогое для нее. И даже если, как бы, недорогие для моей собаки, недорогая то для моей собаки амуниция, все равно ее люблю, но я же не покупаю, допустим, ей корма, как настоящая, совсем нет, просто вот амуниция тут купила, какая-то уже была, какую-то я тут докупила, значит, я хочу начать с рулетки, и я, вот, купила... Для нее рулетку она стоила 375 рублей. Купила я ее в Ашане, потому что для робота-собаки, думаю, там покупать шибко дорогие рулетки не надо. Значит, это красная рулетка от Триол. Вот. Шва она до 10 килограмм, на 5 метров. И даже, ну, как бы, для робота-собаки могла подойти даже для собак там до 12 или до 15 килограмм. В общем, она на тросе черную, такой вот трос. Потому что трос, он легче как-то. Карабин. Вот. И сама рулетка, она очень легкая, удобная. Здесь у него такой вот фиксатор. Она была абсолютно недорогой. Трио, вот красненькая. Там было синий, розовый. В общем, в основном такие цвета. Так, потом идет шлейка. У меня была морская свинка, но, к сожалению, мы ее отдали, потому что, ну, это отдельная история, могу вам отдельно рассказать. Скорее всего, это будет на ВПС-канале снято. А почему мы отдали морскую свинку? В общем, отдали ее не потому, что там дорого ее обеспечивать, совсем нет, недорого. Вот, короче, по другим причинам. В общем, у нее была, у этой морской свинки, вот такая вот шлейка. Теперь она шлейка моей собаки-робота, стоила на 400 рублей, фирму я не помню. Вот... Карабин здесь отличается, посмотрите. Вот у этой рулетки. У рулетки, у шлейки, они отличаются. Вот, эта шлейка стоила 400 рублей. Вот, она в цветочек, она, не знаю, насколько вообще она по длине, как бы, вот. И это поводок, вернее, а вот это вот сама уже шлейка. Она такая вот тоже в цветочек. Вот, фастекс. Такой, как и на шлейках, обычно фастекс. Ей, как застежка. Так, секунду. Вот, в общем, вот так вот. Все расстегну. В общем, такая шлейка, она очень прикольная. Могу снять мини-видео, как на моей собачке все это смотрится дело. В общем, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Я очень надеюсь, что вы поставите лайк, потому что я... Приятно, когда ставят лайки. В общем, пока.